прошедшую субботу Украина праздновала 22-ю годовщину своей независимости. «Украина люба ненька» – так назвали организаторы торжественный митинг, который прошел в этот день в Измаиле. На него собрались более сотни измаильчан. Здесь были не только руководители местных органов власти, городских предприятий и организаций, но и представители общественности. Со знаменательной датой присутствующих тепло и сердечно поздравила заместитель мэра Лариса Дзиковская. А далее прошла торжественная церемония награждения большой группы наших земляков за многолетний добросовестный труд, весомые достижения профессиональной деятельности. Почетными грамотами Одесской облгосадминистрации были награждены Татьяна Пин, начальник Измаильского горрайонного управления Государственной санитарно-эпидемиологической службы, Лариса Острякова, директор станции натуралистов, и Александр Краснопольский, директор фирмы «Анатоль и Ко». Особую теплоту мероприятию придало вручение нагрудных знаков и удостоверений к почетному званию «Мать-героиня» нашим землячкам, которые родили и воспитали 5 и более детей. В этот день чествовали сразу 5 обладательниц почетного звания. Завершился митинг традиционным возложением цветов к памятнику Тарасу Шевченко. Игорь Огнев, веб-студия «Курьер».